Так, парни, только что закончилась полицейская реформа. И наш отдел с честью прошел через это испытание, и мы первые по стране. У нас самый прогрессивный участок. Ребята, не подведите меня, к нам приехали деятели телевизионных искусств. Они будут снимать наши успехи, поэтому мы должны показать, как мы умеем работать. Кроме того, к нам приедет эксперт из центрального отдела, который запишет все наши достижения, проверит раскрываемость и так далее. Поэтому давайте покажем все, на что мы способны. Готовы? Давайте, работаем, работаем, работаем! Я этих дебилов с трудом через переаттестацию протащил. Эксперт через 5 минут поймет, что у нас здесь правоохранительная кунсткамера. Мужики, кто-нибудь знает, как эта херня работает? Делать вообще нечего. Мы задолбали ждать этого инспектора. Я даже разобрался, как работает присрус. Да блин, как эта штука называется? Принтер. О, принтер. На зеленую кнопку нажми. Здравствуйте. Здравствуйте. Николай Борисович про вас рассказывал. Вы? Саша. Александр. А по батюшке? Александр Владимирович. Прям как Путина. Эдик, очень приятно. А я думал, бабу пришлют, а вы не баба. Давайте. Вы же не баба. Ну, проходите, присаживайтесь, пожалуй. Попробуйте макарошки. Вкусные. Александр теплые. Владимирович. Александр Владимирович. Может быть, чай? Нет, спасибо. Макарошки, может быть, кофе? Спасибо. Меня бабушка всегда учила. Можешь подмазываться? Подмазывайся. Я, честно говоря, не ожидал, что вы меня так примете. Кисель? Это проверка, шанс показать, чего я на самом деле стою. И я думаю, что эксперт высоко оценит мои профессиональные качества. Орлы, хочу представить вам эксперта из центрального отдела. Знакомьтесь, Анна Смирнова. Прошу любить и жаловать. Ну, а с новичком, я смотрю, вы уже познакомились. Очень хорошо. Зря старался. Филипп. Я? Пойди сюда. Пожалуйста, покажи Анне отделение. Как введи конечно, ее да. в курс Пойдемте. Дела. Отлично. Так. А где Сташевский? Борисыч, а он в качалке. И что он там делает? Трочит. Очень смешной юморист, блядь. Сташевский! Правила для всех одни. Ты где был? Я руку качал. Мне все это надоело. Быстро ко мне в кабинет! А, Александр, и вы тоже, пожалуйста. Ну, я, конечно, не очень рад всей этой бодеге с телевизионщиками. Признавайся, сука, блядь! Я этого не делал. Меня не ебет, что ты там делал. Бумагу подписывай. Убери нахуй свою камеру! Но и не очень сильно парюсь, потому что у меня уже был опыт в документальном кино. Здесь вся сумма. Угу. Сташевский. Вот. Для тебя закон не писан, да? Ты можешь, понимаешь, по нашему отделению в таком виде шляться. Это нормально, да? Ты себе крутым кажешься, да? Суперкоп такой. А ты не задумывался, почему кроме тебя так никто не считает? Если ты такой умный, вот давай, ставлю тебя работать вместе с новичком. Шеф, я Сташевский Вадим, я работаю один. А я Николай Борисович, и я... И мне похуй, будете работать вместе! Ясно? Это приказ! Я думаю, что мне очень повезло, что меня поставили работать в паре со Сташевским, потому что он производит впечатление действительно крутого копа. Мое первое задание со Сташевским. Ты поведешь. Не
На этом экскурсия окончена, и знаете, так приятно, что такой профессионал будет с нами работать. А давайте я поближе с ребятами познакомлю. А что такая красивая девушка делает у нас в отделе? Я приехала для выявления и устранения коррупционных схем. Объясняю доходчиво. Я здесь, чтобы наказать плохих полицейских. Я самый плохой полицейский. Накажи меня прямо сейчас. Она у меня на крючке. За этого эксперта целый день как на иголках. Я держался как мог, но... Здесь кто-то есть? Откройте дверь. Кто здесь? Откройте! Да, у меня есть проблемы. Но я же с ними борюсь. Откройте дверь! Вы что там делали? Я пиписил. В кладовке? Ну, просто в туалете было занято. Почему от вас пахнет алкоголем? Что это? Не надо, пожалуйста. Отдайте. Меня уволят, ну, пожалуйста, не отдайте надо. Отдайте мне. Ну, тут камеру, пожалуйста, не надо. Она что, гоняет меня, что ли? Что вообще происходит? На его месте должен быть я. Займитесь своими делами. Туда. Нужно давать людям второй шанс. По-хорошему, нужно было составить рапорт и уволить его. Но он обещал исправиться. Да и увольнять кого-то в первый день как-то некрасиво. И тем более я еще не разобралась в людях. Добрый вечер. Проходите. Жди здесь, не высовывайся. Добрый вечер. Отличный костюм, проходите. Молодой человек, вы не проходите. Я полицейский. Да-да-да, вы не проходите. У тебя что, проблемы? Поехали. Тебя не пустили? Я говорю, поехали. Пойдем, у меня там знакомые нас проведут. Парни, прикиньте, походу приемчики-то мы и сработали. Чего? К себе вызвала. Она меня хочет. Шмо, ваше поведение недопустимо. Если такое еще раз повторится, вы вылетите из этого отдела. Надеюсь, мы друг друга поняли? Да. У меня все. Не, ну а что еще я мог сказать парням с моей-то репутацией? Я ее, сука, трахнул! Молодца! Сначала закинул ее ноги себе на плечи, зубами сорвал трусики, увлажнил язычком ей пуську и засадил! Вот так! Вот так! Я говорю, возьми мои яйца себе в рот полностью! Вот так мы поймали браконьеров. Сложная операция была. Молодой человек! Молодой человек! С вами все в порядке? Да. Что в бутылке? Микстура. Мама дала. Микстура? Обдолбанный вообще. Сташевский, не надо. Что? Не надо. Иди в тачку, я знаю свое дело. Дебил. Микстура какая-то. Вот так профессионалы, в принципе, и делают свое. И братишка, что случилось? Голова. Так на, таблетку держи. Она от головы? Она от всего, братан!
Сташевский оказался таким идиотом. Вы охуели? Первый же рабочий день. Первое задание вы мне вот такое устроили? А ну пошли вон отсюда! Пиздец. Машков? Да. Здравствуйте, вы новенький? Да. А я Анна Смирнова. Эксперт из центрального отдела. Я знаю, меня сегодня с вами с утра Филипп перепутал. Ну хорошо, хоть не шмо. Ну хотя бы один человек мне показался адекватным. Потому что все остальные, это, конечно, полный сброд. Если мне придется докладывать все как есть, то их уволят и придется набирать новый штат. Но я надеюсь, я их перевоспитаю. Вот почему! Догадываюсь, зачем он тебя ко мне прицепил? Фамилия? Николас Кейдж. Вы можете на меня положиться. Молодец.